параде приняли участие спортсменки из Димитровграда, Ульяновска и Татарстана. Всего в соревнованиях принимают участие около 250 юных граций. Приветствовал гимнасток глава города Алексей Кашаев. Мне хочется, чтобы вот эти маленькие девчонки, которые стоят сейчас против меня, в будущем были уже непосредственно чемпионками КФУ, чемпионками Российской Федерации, чемпионками Европы, мира. Уже 24-й год подряд проходят соревнования по художественной гимнастике в канун Дня защиты детей. Девочки выступают, кто-то без предмета вид, кто-то два вида уже выступает. То есть, ну как бы кто, вот на что способен. Конечно, больше предпочтения тем деткам, которые уже владеют больше предметами. Вот это мы впервые, вот первый год так сделали. Выступает на этом турнире команда гимнасток из Казани. Мой тренер Инна Александровна Пазбина, мой первый тренер. Я сама из города Димитровграда, живу уже много лет в Казани. Приехала показать своих детей, ну и, естественно, победить. Соревнования продлятся до среды включительно. Марина Антуганова, Юлия Пак, «Наше время».